Всем привет, меня зовут Атажан, я представляю команду iTown Family, и сегодня я с вами вместе на проекте Break Advice. Сегодня мы с вами поработаем над таким движением, как Indian Step, поделаем его на скорость и поделаем различные вариации. Окей, базовый Indian Step выглядит так. Мы с вами делаем раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Окей, мы его можем разбавить небольшим переходом, например, в виде такого прыжка. Раз, два, перепрыгиваем ногу и раз, два, и пам. Пам, и раз, два, и раз, два. Окей, то есть вы можете делать либо отдельно это движение, либо чередовать, например, делать раз, два, перепрыжка, обычный, пам, пам, перепрыжка, и продолжаете делать базовый. И очень важно следить за тем, чтобы ваша нога, которую вы тянете, вот здесь вот, да, то есть вы промахнули, вы ее тянете вверх, как можно выше, чтобы движение смотрелось шире. И дальше перепрыгиваете ее. Окей. И то же самое в другую. Тянете, перепрыгнули. То есть, грубо говоря, вы ставите ногу, перепрыгнули, ставите ногу, перепрыгнули. То есть это первая вариация. Мы с вами сегодня сделаем их 5. Итак, следующая вариация заключается в том, что мы ставим стопы на ребро. Вот. И вариация выглядит так. Мы шаг, заворачиваем ноги, ставим шаг обратно. Еще раз. Раз и два. И делаем Indian Step. Потом раз и два. И делаем кик. Раз и два и пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Очень важно следить за бедрами, потому что вообще, когда вы танцуете топ-рок, ваше тело должно быть расслаблено, то есть от спины до бедер. И бедра очень должны принимать большую роль в вашем танцевании. Вот, также здесь, то есть мы разворачиваем ноги с бедрами, смотрим вперед, делаем поворот обратно и заворачиваем. Старайтесь сделать шире, то есть у вас идет шаг, поворот обратно, чтобы это движение просматривалось. Просто если вы будете делать вот так, то у вас это будет не просматриваться. Так что старайтесь сделать разворот шире, и у вас будет это движение просматриваться. Окей, теперь мы с вами попробуем сделать такую вариацию. Здесь мы делаем также базовое начало. Прыгаем в такое положение, меняем ногу и сюда. Вот, в принципе, оно выглядит не как базовый Indian Step, оно у вас получается таким, да, то есть с перепрыжками. Пам, пам, пам. Но вы можете разбавить. Пам, разбавили, и в другую сторону. И в этой вариации вам нужно четко выдерживать каждую точку. То есть отсюда, пам. То есть ноги нужно ставить четко для того, чтобы каждое движение просматривалось. Окей, следующая вариация выглядит так. Мы с вами делаем Indian Step, и вместо того, чтобы сделать обычный кик, мы с вами вытягиваемся вперед и прыгаем вперед. Далее мы возвращаемся в исходное положение, возвращая эту ногу назад и отпрыгиваем назад. Вот. И отсюда сразу же меняем сторону, делаем и раз, и то же самое повторяем на левую ногу. Вперед, назад, пам, пам, вперед, назад, пам, пам, вперед, назад. А сейчас я покажу это вам сбоку, чтобы было понятней. То есть мы делаем с вами раз и два, три. Пам-пам-пам, пам-пам. В этой вариации очень важно работать сильно ногами и махать ими. Старайтесь ногу держать прямо, либо кому удобно, можете наоборот делать в согнутом положении ноги. Старайтесь махать сильнее, чтобы движение смотрелось мощно. Вот. Чем сильнее, тем будет лучше смотреться движение. В динамике выглядит вот так. Пам, 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 пам.
Также вы это движение можете использовать для перемещения. И если вы будете перемещаться, благодаря этому движению ваш танец будет динамичней. Итак, сейчас у нас с вами последняя, пятая вариация. И выглядит она вот так. Мы с вами делаем базовый шаг и выводим ногу вперед слайдом. Делаем поворот, возвращаемся обратно, делаем базовый Indian Step. То же самое делаем в другую сторону и возвращаемся. Пам, 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 пам. И делаем сюда. В этой вариации очень важно вытягиваться как можно больше вперед, для того, чтобы ваш разворот на этом движении смотрелся лучше. То есть, если вы будете вот так вот разворачиваться, это, в принципе, неплохо. Вот, но можно делать пошире. Можно опуститься ниже, можно это использовать как go down, кому как удобно. Окей, итак, мы с вами делаем шаг, ставим ногу и из этого положения вытягиваемся вперед, делаем небольшой слайд, поворот в обратную сторону, обычный Indian Step базовый, меняем сторону и делаем это на правую ногу. Также у нас идет слайд, оп, разворот и делаем обычный Indian Step. С вами был Бибой Атажан. Мы с вами сегодня поработали над топ-роком, над таким движением, как Indian Step. Развивайте его. Вы также можете придумать свои вариации, использовать те вариации, которые мы с вами делали, их дополнять, апгрейдить, кому как удобно. Также вы можете делать все это с другими движениями, с базовыми, либо с движениями из других стилей танца, их интерпретировать в брейкинг. Вот, это очень полезно, очень удобно. Вот, развивайте свое тело, слушайте музыку. До встречи.